Великий и ужасный. Так говорят про EasyDrop, а вернее про то, что он выдает своим пользователям. И в частности мне, я тоже вообще-то являюсь одним из пользователей. Ребят, как вы поняли, это новый видеоролик по сайту EasyDrop.top. И сегодня я решил закинуть нестандартную для меня сумму, это 12 тысяч рублей. Мне кажется, что эта сумма сегодня нам что-то интересное покажет и решит судьбу этого ролика. Ну а ты, в свою очередь, если хочешь, чтобы ролики выходили чаще, ставь лайк, ведь за каждый лайк, я раздаю бабки. Так и сегодня, ребята, мы сегодня разыгрываем 155 рублей на ваш Киви-кошелек. И для того, чтобы принять участие, нужно выполнить только одно условие. И причем оно, как всегда, очень простое. Написать к этому видео 2237 комментариев. Но уже завтра, как обычно, в моей группе ВКонтакте и, как обычно, в прямом эфире, я подведу итоги. Ну а ты, друг мой, запасайся печенюшками, вкусными напитками и приятного тебе просмотра. Надеюсь, эти 15 минут пройдут с кайфом. Так, 12 тысяч рублей, какой сочный баланс. Ребята, вы хотели, вы просили, вы получили. Если прошлый ролик мы записывали на 30 тысяч рублей, кстати, все промокоды есть в Телеграме, то сегодня решил закинуть 12. После такого успеха, как я считаю, да, что у меня там за день? Что-то у меня даже за день нету. Грустно, обновилась лента, но хотя бы здесь есть. Короче, мы выбили неплохой такой дропчик, неплохие скины в прошлом ролике. И я считаю, что это явный успех. Сегодня на 12 тысяч рублей, на самом деле, я не знаю, ребята, на что мне рассчитывать. С бесплатного кейса первого 900 рублей. Нормально, залетаем в топы, ребята. Конечно, если будет 1000 лайков, ребята, сразу же будет продолжение. Вы все знаете традицию моего канала. 1000 лайков — это такая магическая цифра, после которой все начинается балдеж, начинается максимальный чил. Смотрите, нам нужно сегодня с 12 тысяч что? Моя идея, мой план, 50 тысяч рублей. Прикиньте, а вот в теории, а вдруг? То есть с 12 тысяч рублей сделать 50. Возможно ли это или нет? Как вы думаете, я жду ваши предположения в комментариях. Сможем ли мы или не сможем мы сделать что-то интересное? Так, я думаю, бесплатные кейсы мы сегодня будем открывать, в частности, медленно. Потому что они именно медленно выдают нифиговые такие спинчиклюшки, если вы не заметили. Далее у нас бесплатный кейс под номером 3. И, кстати, ребят, хочу вам сказать, что все промокодики именно в комментариях. В описании ютубчик что-то запрещает. О, кстати, USPIC Cortex. А в комментариях есть промки на 40-50%. Еще один скин за 1000. Нифиговая такая мотивация. И кому-то и тоже из пацанов с третьего кейса что-то выпало. Да смотрите, неплохо он прям выдает. Я вам так скажу. Еще 1000 рублей. И последний бесплатный кейс под номером 3. Кстати, друзья, напишите в комментариях, какой из бесплатных кейсов у вас самый любимый. Вот у меня третий, это прям явно фаворит. Нифига он. А как он то сделал? Он апгрейднул его, да? Подожди. Мы тоже можем апгрейднить? 263 тысячи, офигеть. Хорошо. Ладно. Давай откроем кейс под номером 4. И сегодня тот самый случай, когда нам доступен и бесплатный кейс под номером 5. Ой, новый USPIC. А сколько ты будешь, тот же дорогой? 5000 рублей. 4, вернее, ребята, извините, пожалуйста. Хорошо. Ребятам сыпет. Нам тоже вроде бы сыпет. Полет нормальный. Изи дроп. Полет нормальный. Люди вытаскивают хороший дроп, и мы вместе с ними. Надеюсь. Пока что основной баланс мы еще не задействовали, но и так неплохо. Четвертый кейс, он всегда такой себе. А вот с пятого кейса можно ожидать на самом-то деле все, что угодно. Да, давай. Я вам и говорил, что все, что угодно. Конечно, аук гроза я явно не ожидал. Ребятам просто продолжает сыпать со всех кейсов. Он выдает абсолютно с любого кейса. Вот что бы ты ни открыл, то у меня такие ощущения, он тебе даст ножик или какое-нибудь тайное. Походу сейчас такая отдача, на которой, ребята, каждый должен залететь и попробовать свои шансы. Просто USP Нануар выбивает. Смотрите, как лайфлента летит, какая скорость дропа. Блин, перчатки бронза пролетают. Ладно, я грустить не буду, потому что мы все же, как ни крути, на 3000 выбили дропа сегодня. Это просто с бесплатных кейсов, это по сути наше открытие начинается прямо сейчас, но мы выбили уже 3000 рублей. По-моему, довольно-таки неплохо. Засовываем 1000 в контракт и получаем 871. Железная роза никудышная, никуда не годится, к сожалению. И давайте, наверное, сделаем из всего вот этого вот контракт обмена. 2800 до 12 тысяч можем получить. Люди с апгрейдов много чего делают, с контрактов. Давайте и мы попробуем свои шансы. 3934 рубля, водительские перчи, отлично, хорошо.
И погнали уже к основному открытию. Давайте, наверное, начнем с тайного. 12 тысяч рублей. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой бы вы хотели баланс видеть на изи-дропе. Я решил сегодня 12 тысяч закинуть. Как думаете, выбьем что-нибудь с этих денег? Ну, из 10 тайных ничего. Я понял тебя. Я тебя понял, изи-дроп. Ладно, давай с топ-кейса, может, что? Может, топ-кейс что-то даст? Ну, блин, ну давай только не говори, что я сейчас все просру нафиг. Перчатки продавать как бы вообще не хотелось бы. Так, 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 это очень хорошие перчатки. И они явно стоят больше 10 тысяч. 21 тысяча. Имперская клетка. По-моему, так они называются. Хорошо, 21 тысяча. Уже баланс мы купили, надо будет их забрать. Давайте откроем изи тайное, посмотрим, что нам выдаст этот кейс. Надеюсь, что-нибудь хорошее, потому что первые 10 раз вообще были так себе. Так, 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 блин, этот югар пролетает, но хотя бы вот тут. Хотя бы сколько он? 1003, да? А, 10 тысяч ягуар стоит. Что? Почему так дорого? Изи дроп. Почему так дорого, братан? Хорошо. Перчатки, две пары перчи есть. Мы уже в два раза баланса купили. Я думаю, можно даже сейвиться. Золотую спиральку вижу. Она стоит 2905 рублей, ладно. И на 9800, пожалуй, пожалуй, можно попробовать еще один топ-кейс. Давай, давай, изи дропчик. Что-нибудь хорошее, братик. Ты можешь, я знаю. Ага, новая эмочка. Сколько ты будешь стоить? 5700 рублей. Оставляем, почему бы и нет. И давайте, наверное, уже перейдем, ребята, в тот самый кейс, который называется «Мне повезет». Вот отсюда прям всегда самые топовые скины мне выпадают. И драгонлоры. Ой, какие драгонлоры, господи. Огненные змеи, в смысле, тоже выпадали. Ой-ой-ой-ой, а что это все мне получается? Три. Хорошо, на 7700 мы продаем и дальше полетели. Дальше полетели открывать, капец. Ему с изи ножа выпал зуб тигра охренительный. Нам тоже нож выпадает. И все, да? Один нож. 12 тысяч. Не-не-не. А, револьвер за... Нифига себе. Вот это ты на отдаче сегодня. Вот это я, конечно, не ожидал, ребят, так зайти. Получается, у нас есть 37 тысяч рублей на вывод. И 4 топовых скина, чтобы также забрать их. Давайте попробуем изи-нож. Парень выбил ножик, но я не знаю. Я думаю, уже не будет, но может быть что-нибудь интересное выпадет. Как бы он только выбил вроде нож. Так, есть. Два ножа вижу. Два ножа, это хорошо. 10 и 4. Шик, просто шикарно. Шикарно изи-дроп. И вот с этим арсеналом, приличным, я бы сказал, 7000 рублей. Мы идем в изи-тайное, полетели. Но я уже выбил прям в 3 раза больше. Я думаю, ребята, это все принадлежит к срочному выводу. А тут что у нас? 2200, ну, нормально. Так, 1400. Так, потихонечку, помаленечку уже сливать, да, начал? Здесь у нас 47 тысяч. Хорошо, отлично просто. Вот эту эмочку, я думаю, мы с вами все-таки утилизируем. И поехали открывать кейсик, мне повезет. И ролик чуть-чуть растянем, и контент повеселее сделаем. В любом случае, ребята, в 4 раза плюс уже 100% фиксируем. Отличный ролик. Ай-яй-яй-яй, вот здесь, конечно, плоховато. Сколько? 4600, ну ладно. Не так уж и много минус. Очень сильно валит, ребят. Конечно, не драгонлоры, но и ладно. Тоже, я бы сказал, очень достойно. Нам ножик выпал. Все, его тоже будем забирать. А стоит он, наверное, 9000 рублей стоит, да. А, ну нет, не он стоит 9000, но в принципе да, в общем и целом. Хорошо, сегодня только желтые скины будем забирать, ультраредкие, хорошо, 2000 рублей. Может быть еще что-нибудь с контракта, а, изи-дроп? Ну что-нибудь там 500 рублей, вот тебя, конечно. Сколько это? 49 тысяч, пацаны, 49 тысяч рублей, отлично, на полтинник просто взяли, ножичков позабирали, но это ли не сон? Поехали, еще тайного откроем, может быть тайное что-нибудь навалит. Ну а вы в свою очередь ставьте лайки, я старался для вас сделать ролик максимально интересным. Ну вот тайное нас сегодня, к сожалению, подвело, ну ладно, 47к это очень сильно. Спасибо, изи-дроп, тебе за это, обязательно вернемся еще, ты красавчик. И, наверное, ребята, на этом будем заканчивать. Как я забираю скины, думаю, показывать не стоит, хотя... Ну, давайте, вот. Ну, как бы все скины, наверное, не буду показывать. Можете сами в инвенте чекнуть. У меня, в принципе, все в этом плане прозрачно. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и пока-пока.